Кызылорде на левобережье Сырдарьи начнется строительство современного города. На разработку концепции освоения новой площади в 1500 гектаров потрачено 107 миллионов тенге. Детальный план застройки включает в себя возведение административных и социальных объектов, спальных районов и коттеджных городков, а также строительство парков и скверов. По словам специалистов, новую часть города оснастят собственной инфраструктурой и необходимой коммунальной системой. Освоение левобережья открывает большие возможности и для предпринимателей. По оценкам специалистов, здесь будут созданы 1000 новых рабочих мест. Главным приоритетом генплана развития Кызылорды был противоположный берег Сырдарьи. По результатам проведенных геологических исследований, эта территория полностью пригодна для возведения высотных зданий. Есть все основания для начала масштабной работы. Кроме того, это будет город, построенный в восточном стиле, подобно древним городам Жанкент, Чирик-Рабат, Сыганак.